новая программа, которая сейчас прошла на проспекте Мира в Олимпийском комплексе, и которая называется «Пришла и говорю». Ой, это, конечно, новая какая-то ступень и новый шаг в нашем эстрадном деле, в моем, во всяком случае. Мы, конечно, шли на риск. Каждая программа – это что-то новое. Открываешь для себя, для песни, для эстрадного искусства. Здесь мы осваивали огромную площадку. Решали проблемы света, техники, дорога поиска, эксперимента какого-то. Не всегда, может быть, не во всем удачного. Но песни, общение со зрителем, ведь зал-то огромный. Ты сначала чувствуешь, что ты маленький-маленький, потом чувствуешь, что зритель к тебе приближается, приближается, и он уже слышит, он понимает. Вот это чувство контакта и близости с зрителем не сразу наступает. Приятно, что премьера в Москве и в Ленинграде прошла с успехом. Правда, в Ленинграде с большим успехом, потому что программа уже устоялась, и многое мы изменили. Я бы хотела, чтобы эта программа понравилась. И новые песни из этой программы тоже понравились. Сейчас она в таком виде, может быть, через год будет несколько в другом виде, но основное там должно быть. Это песни, посредством которых я разговариваю с вами. Не случайно называется так «Пришла и говорю». Пришла и говорю, как к нынешнему снегу легко лететь в угоду февралю, так мне в угоду вам легко взлететь на сцену. Не верьте мне, когда я это говорю. Просто!